Ну такой кип на удачу, тут много первых дропов. С двух земель мы тут вообще почти всю руку играем. Мэгги Сапир только мертвая карта, ну. Фигли. Мирекс. Зеленая земля. Красивая земелька, кстати. Так, вот теперь я сейчас буду аккуратен, потому что на самом деле стрёмно было давать ему вот этот вот ход. Если бы он выставил сейчас какую-нибудь глиссу, у нас ответа на глиссу нету. Поэтому сидим на Мэгги Сапире аккуратненько. Еще интересными сочетаниями цветов он играет. Пятицветка. Круто. Сейчас он чистит стол, мы контрим и выигрываем. О, есть контакт. Это было просто. Ага. Так, там пятицветка, причем с черными землями. Так, вот это дело уходит. Больше контрспелов. Поехали. Мне кажется, это недостаточно агрессивно. Типа, первый ход курим, на второй ход Харбин нам его прибили, на третий ход мы ничего не делаем. Еще лучше. Ага. Бинсток все-таки есть в колоде. Понятно. Динозавр. Динозавр растение.
Сейчас на зачистку стола вот этим среагируем, ставим Харбина и на десятку в атаку. Лишь бы там двух зачисток стола не было. Вот этого парня надо отменять, иначе у него вот этот оживет, товарищ. Попробуем пролезть. Если выйдет Харбин и ветеран, и у него не будет ответа на это, то это будет близко к ГГшечке. Да, классика. Ну так, чисто на шару поставить эту штуку. Он благодаря этому рыцарю не сможет бегать у нас в атаку вот этой бандурой 8-8. Если рыцаря прибивают, можно ехать следующую играть. Ага. Один-один. Ну вот сейчас мы первыми пойдем, это будет чуть попроще. Я думаю, на самом деле, пофиг на The Beanstalk. То есть, когда он доберется до заклинаний цены 5. Мы его должны... В колоде сколько сейчас контрспеллов у нас лежит? 6, 7, 8 контрспеллов на стартовой руке ни одного. Ну ладно. Первые пару ходов они нам, ну, не то чтобы прям сильно нужны. Можно пережить. Ну, поехали пробовать в кривую сыграть. На следующий ход дабл дроп. Ну, там, кстати, с цветами земель все не очень у оппонента. Товарищ Биндейт, здорово! Вот ты спрашивал, едем в мифик или нет? Кажется, едем. Потому что, вон, я в алмаз довольно бодро забежал этими солдатиками. Ну и сейчас вон мы нормально так едем. Поэтому я думаю, в этом месяце можно попробовать и в мифик сходить. Правда, уже послезавтра Иксалан выходит, и я буду сидеть драфты его катать. Это, на это все время будет уходить. Так что посмотрим еще. Я вот этого солдата на руку не буду возвращать, потому что нам широта стола важна. И вот что я его верну на руку, этот плюс один будет, что не верну плюс один в атаке. Нам даже вот это, вот то, что он сейчас на столе, он больше атаки нам даст, потому что в следующий ход он побежит в атаку, даст плюс один кому-то. А толстота наших
существ в этом матче совершенно не важно. В отличие от темпа. Лишь бы он стол не почистил, блин. Ну все, сейчас санфол пойдет. А, ну хорошо, хоть депопулей. Не, нормально, кстати, жить можно. О, смотрите, сейчас в конце его хода вот это дает нам 4 кричи. В наш ход ставим Харбина, ставим двух пацанов и идем убивать. А ты, товарищ Бендейт семестровый мини-экзамен сдавал? Ну, сдал, надеюсь, да? Можно тебя с облегчением поздравить? О, ну и ништяк. Да, сдать экзамен это всегда хорошо. Я когда сдавал экзамены, после сдачи экзамена вообще ничего не делал. То есть даже если там через 2 дня экзамен, не, вот в день сдачи экзамена оставшийся вечер нужно провести вообще ничего не делая, расслабляясь, вкусно поесть, в компьютер поиграть. Так, ну чё, пробуем. Четырнадцать урона сейчас ему нанесем. Ну, если Харбина нам не прибьют. Ну, Харбина прибили. Окей. Мне повезло. Я все равно всеми в атаку пойду. Потому что вот этих малышей мы достали, и надо какой-то профит с этого получать. Ветерана мы на следующий ход можем поставить, и он принесет пользу. Лучше сентинела на руке придержим. У него двух черных ман нет, нам везет. Иначе бы он вот эту дрянь улепил и начал бы наших уже кричей поднимать с Грейва. Своих-то у него нету.
Ну, 19 урона там. Чтобы мы выжили, нужно заблокировать. Ой, 9 урона надо блокировать. Это вот этот парень и два таких. Это значит... Значит, что? Это значит, не будет атаки сейчас. Найтерант одного блокирует. Вот этот. Не, ну, типа, если он зачистку стола не сыграет, типа, можно выжить на самом деле. И даже выиграть еще. Благодаря Fortified Beachhead. Ну, типа, он все в атаку, мы там блокируем, у нас даже кто-то из кричей выживает. И на следующий ход мы его, скорее всего, убиваем. Десятку-то мы нанесем, у нас вон по воздуху. 5 у нас по воздуху будет, по земле там 4 с Найтеранта, плюс мы всех качаем. Ну да. То есть тут нужно блок так, блок так, блок так. 9 урона нанес и... Ну, если не почистит стол, мы выиграли. Ну... Вот это хорошо было, да. О, ну вот это прям вообще в притирочку. На тоненького была игра.